сегодня в этот замечательный клуб высокой музыки. Мы вас сейчас погрузим в цыганско-балканский угар. Может быть, многие к этому не готовы, но так случится. И если у вас возникнет все-таки желание потанцевать, мы будем только счастливы. Yeah.
Peace it comes in. Peace it comes in. Народная песня, слова наши.
Замечательная македонская певица Эсма Раджепова. Поскольку все тут не танцуют, может быть, все будут петь. То есть в тот момент, когда я буду давать вам знак, вы будете петь. Давайте порепетируем. Слова такие: чая шукария. Красивая девушка. Чая шукария. Я пою. Халям пекляна. Чая шукария. Нет, ну это не кричите, это вот. Чая шукария. Вы видели красивую, красивую женщину. Чай шукари, вот как вот так. Халям бегава. Мама джалия. Чай шукари. Только бодрее. Чай шукари, вот так. Халям бегава. Мама джалия. Чай шукари. Отлично, спасибо. В нужный момент я вам сделаю знак. Thank you.
у папы. И вот приходит молодой человек к папе и говорит: папа, умираю, люблю, умираю, дай денег на свадьбу. Вот так. Вот про это вы сейчас песни услышите. Вот умираю, люблю, но денег дай. Потому что девушка очень красивая. Наверное сейчас с тобой начнется плач папы. Thank you.
А теперь у нас будет рассказ от женского лица. Вот она полюбила, а он не пришел. И она залила свою печаль. Ну, дуней, например, очень вкусная штука. Вот. И на рассвете придет домой. Но любить она не перестала. Ясна зора, I'm not afraid to die.
следующая песня тоже про любовь. «Только для тебя», вот так она называется. Вы можете в припеве тоже мне помогать и кричать «Соло парати, соло парати!» «Соло парати, только для тебя». Thank you.
Песня.
Вечность на все лечные и мокрые.
Thank you.
Невозможно работать. И этим нашим суровым будням посвящается следующая песня.
Сейчас будет очень веселая песня, которую поет замечательная группа «Махала Рыб Банда». Очень крутые ребята. Что бы мы без них делали? Большой привет. Thank you.
Брадос. Мы вас очень-очень любим. Приходите к нам еще. Мы 9 сентября будем на День города на Манежной площади мучить людей. А 10 на ВДНХ на сцене у воды. Вот, приходите, там очень красиво сделали. Еще парочку. Еще парочку. Друзья детства, вот так вот. Уже коллектив, уже спетый.
по многочисленным просьбам нашего саксофониста сейчас прозвучит вот именно эта песня. Знаете почему? Там про него есть слова, что там саксофонуль, вот этот вот инструмент саксофонуль, секси аргуст. Очень сексуальный юноша, поэтому он эту песню хочет. Огромное вам спасибо. Оркестр, с радостью.